Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет немного экстремальный выпуск. В общем, мы решили с моим товарищем, вот он позади меня, найти какое-нибудь интересное местечко, дабы искупнуться. Здесь говорят, ну уже можно, полиции нет. Ничего страшного, я думаю, не будет. Поэтому вот. Сколько мы отъехали километров? 30 километров. 30, да? Вот здесь какое-то заброшенное кафе, что ли. Там, смотрите, вообще красота. А как бы нам туда-то попасть? Вот, туда нам надо. Туда, 100%. А как туда попасть? О, так смотри, там человек в красных труселях. Мне кажется, вон там где-то как-то, может быть, спуск будет. Ну-ка, здесь посмотрим, что за виды. Вообще, вот это, можно прям сюда на машине, да, заехать? Спрятаться. Ой-ой-ой, друзья, ну что за вид? Вау, вообще. Как вам, друзья? Не знаю, как через камеру, но так-то дух захватывает. Вон там люди что-то ходят. Видимо, вот такие какие-то серпантины есть. Вот, видите, бананчики растут каскадом. Да. Так, ну попробуем все-таки туда как-то попасть. Так, мы пообщались с людьми, оказывается, в этом доме кто-то живет. Вот, и были молодые парни, на английском разговаривают. Говорит, где-то там дальше парковка есть, и дорога начинается именно с той парковки. Сейчас посмотрим. Так, в общем, смотрим на путь. Вот это, что ли? Какой-то он немножечко... Опасненький. Опасненький, да, экстремальненький. Ну, ничего, пойдем сейчас. А, ну вот он, да, видишь, серпантин такой, чин-чин-чин-чин-чин. А мы же на чьей-то территории, нас могут отстрелить. Этот чувак был с ружьем один. Ничего нам не будет. Вернемся мы домой сегодня, нет? Так, друзья, проходим через чьи-то огороды, плантации. Ну, вон он, пляж, не знаю, вроде сейчас как-нибудь мы туда придем, мне кажется. Оп. Оп. Так, ну все, друзья, мы пришли. Мы пришли. Оба. Оба. Так, видишь, там человек даже есть. А как будешь спрашивать? На каком? Все, в общем, открываем купальный сезон. Сейчас, друзья, все будет. Представляете, встретили сейчас русского человека на этом пляже. Помните, вот показывали, вон человек в красных труселях. Это оказался наш соотечественник. Он попросил не снимать его. Ну, как многие, не очень любят камеру. Вот, но зато посоветовал нам, где лучше вход. И вот мы, видите, переезжаем с вещичками. Да, да? Да ну нахер, блядь. Ну что, друзья, купальный сезон считаю открытым. Друзья, сейчас русский, в общем, чувак этот кричит, жандармы едут по берегу. Мы, в общем, спрятались. Вообще, как в детстве, в общем. Надеюсь, нас только, не обнаружат. Только красные труселя твои на пляже оставили. Так это его трусы. А, у меня вот мои. Точно. Как-то странно вышло с этими жандармами. Мы думали, что один человек нам кричит, оказалось другой. Тот парень русский вернулся. Говорит, это не я. Кто-то другой вскричал. Короче, мы решили вот здесь скалолазанием позаниматься немножечко. Вот здесь, смотрите, в форме собачьей морды. Такая интересная. Ну, с той стороны. Сейчас вам покажу. Это скала. И вот там интересные такие, видите,
образования каменистые. Ну что, друзья, все. Мы поднялись наверх. Вроде все чисто. Реально экстремальненько немножечко получилось. Ну и нафиг такое купание. Лучше уж дождемся, когда можно будет. Все, друзья, всем пока. Природа, конечно, просто обалденнейшая.